В эти выходные сотрудниками Госатомтехнадзора на территории Дмитровского района были проведены сразу две специальные операции – засада и дачники. В этих операциях приняли участие все подразделения территориального управления «Север» Госатомтехнадзора Московской области. Основная цель этих воскресных засад была выявить факты несанкционированного сброса мусора и места скопления отходов. Деревня Овчино, автобусная остановка. Гражданин на белой Hyundai Sonata выгружает целый мешок бытовых отходов прямо на остановку. Нарушителю, так сказать, повезло. Факт сброса мусора зафиксирован инспекторами Госатомтехнадзора. Гражданин, похоже, потрясен не только самим фактом появления сотрудников контролирующего госоргана, но и их количеством. Нарушителю вежливо объясняют, в чем именно он оказался неправ и на основании чего ему выписан штраф в размере 5000 рублей. С наказанием дачник согласился и обещал оплатить штраф в ближайшее время. И в конце воспитательной беседы инспекторы Госатомтехнадзора убедительно попросили забрать обратно в машину привезенный мешок с мусором. Минувшее воскресенье операция «Засада» была развернута сразу в нескольких десятках мест по Дмитровскому району. Нам повезло застать факт несанкционированного выброса мусора еще и возле деревни Ивлево. Там сформировалась уже вполне внушительная свалка, которой добавил свои 5 копеек товарищ на Рено Логан. Он был возмущен тем, что его штрафуют за небольшой пакет с мусором, когда многие на эту же свалку вываливают мешками всевозможные отходы и крупногабаритный хлам. Косвенно нарушителя поддержали местные жительницы, которые заявили, что на территории деревни нет ни одного контейнера для мусора. Правда, товарища это от штрафа не спасло. Мы хотели узнать, а вот кто мусор здесь бросает? Вы видели? Все, кто попало. А вы знаете, вся округа. Ночью вся машина едут. Из всех участков сдачной. Вот. Абсолютно кому не лень. Вот эти мешки-дорожники, вот я поняла так, вот собирают сейчас, стоят, вот они сюда и вывезли. Там же вся вот эта, весь это мусор. Это вот кто обслуживает дорогу, получается, да, они собрали мусор, вот, привезли. Да, да, вот тот, да, посмотрите. Для того, чтобы не утилизировать. Банк, да, все сюда. Контейнер где-то есть, куда вот мусор? Нет, контейнер, нет. Площадки нет. Нет, нет. А вы в садовом товарище, да, получается? Или нет, в это деревне? Деревня, это да? Деревенский. И в деревне нет контейнера, да? Нет. Ни контейнерной площадки, ничего? Ничего нет. У администрации городского поселения Яхрома будет выдано, во-первых, предписание на уборку этой свалки и на оборудование в деревне контейнерной площадки. И администрация будет привлечена к административной ответственности. А штраф? Штраф до 500 тысяч рублей. Всего за день работы 11 экипажей Госатомтехнадзора в Дмитровском районе задержали 7 автотранспортных средств, 5 физических лиц, пытавшихся сбросить мусор в неустановленных для этих целей места. Сумма штрафных санкций составила 49 тысяч рублей. Еще мы проводим эту операцию методом фотофиксации. То есть каждый гражданин должен помнить, что если он хочет оставить мусор на остановке, возможно, за этой остановкой находится инспектор, который зафиксировал его на камеру. И ему придет подписанное электронно-цифровой подписью постановление по почте, где он увидит свой штраф.